Вы же не мне объясняли. Я с братом вчера только по телефону переговорил, ему сказал однозначно, что если есть сегодня проблемы, их нужно решать вместе с жителями этого микрорайона. И не таким образом, я построю дом, а потом вам тут сделаю. Нет. Надо сесть за стол переговоров. Этот дом, он абсолютно не является сегодня таким тупиковым, что ли. Значит, надо сейчас пригласить людей, подписать меморандум или протокол намерений и выполнить его. И с честным, честным сердцем или честными глазами построить там дом. Другой нет, но он же не построит, а я документы еще не я формирую. Депутаты горсовета 2 года назад провели комиссии. Я даже, кстати, и не знал о том, что выделили. Я же не за всем его там проследить. Посмотрел, что комиссии прошли. На сессию вынесли. Какие вопросы были? Не было. То есть вы выступаете за постройку этого дома? Я выступаю за благополучие нашего города и за спокойствие в нашем городе. Я всегда стараюсь... Там вообще ситуация накаляется, говорю, что сегодня там уже забор еще вас носили. Ну, потому что он же военный, он же не дипломат, я ему иногда шучу.